здравия желаю. Сегодня в кадре рюкзак регата Survivor. Их сегодня два, но говорить я буду только об одном – черном моего друга. Потому как обзор моего рюкзака синего, который на 45 литров, я уже делал, он есть по ссылке в описании, кому интересно, можете посмотреть. Я там рассказываю про все веревочки, про все винтики этого рюкзака очень детально. А сегодня просто будет такой экспресс-обзор рюкзака на 35 литров. Они ничем не отличаются абсолютно, они полностью идентичны, только разница в размере их. Чем же хорош этот рюкзак? Самое главное – это соотношение цена и то, что мы за эту цену получаем. Эти рюкзаки стоили свой, в свое время я брал в районе каких-то там 40, наверное, долларов. Это было года 4 назад. Этот рюкзак примерно 2 года назад что-то стоил в районе 50 долларов. За эту цену это просто шикарнейший рюкзак для походов. Мы их используем именно в однодневных походах, выходы на рыбалку, прогулки по лесу и так далее. В многодневные походы ни разу с ними не ходили, поэтому на эту тему ничего сказать не можем. Из чего рюкзак состоит? У него только одно большое отделение. Он выполнен в форме такого мешка. Вот как это выглядит все внутри. Там какое-то барахло Олега лежит, одно большое отделение сплошное, и сзади такой вот маленький карманчик, положить сюда что-то плоское. Я обычно сюда разделочные доски ношу, когда готовим на природе. Сверху рюкзака в его клапане находится карман для всякой мелочевки, и здесь имеется еще такая вот штукенция для подвески ключей и прочей дребедени. И по бокам имеются с каждой стороны по одному карману, не самые большие, такой средней величины, допустим, какой-то маленький термос туда не влезет или что-то еще плюс-минус большое, а какую-то мелочевку тоже можно туда сгрузить. С другой стороны аналогичный карман, молния на обоих или обеих. Молния на этих карманах сверху прикрыта. И из минусов, вот со слов владельца, плохо, что расстегивается он не до самого конца, а примерно до половины или как две трети кармана расстегивается, остальное нет. И у него туда рука не пролазит, если нужно что-то снизу достать. У кого какая-то огромная лапа, вот как у Олега, то туда залезть, скажем так, чуть-чуть проблематично. И также еще имеется с каждой стороны по вот такому вот сетчатому карману. Он здесь вначале из плотного материала, из которого сделан сам рюкзак, основная его часть. И дальше идет такая просто сеточка. Карманы тоже небольшие, не совсем большие. И самое интересное, это материал, из которого сделан рюкзак. Он очень плотный, он крепкий и он не промокает. Ну как, не сразу промокает, нужно, чтобы промокнуть, это очень-очень долго как-то ходить под дождем. Сверху он здесь плотный, он сам по себе такой, знаете, синтетический какой-то плотный материал. Изнутри это карман, который находится на клапане, здесь такой вот, ну он как из синтетики тоже сделан. А основная часть рюкзака, вот его внутренняя часть, она как пропитана чем-то, она как прорезиненная что ли. Такое вот, ну реально ощущение, как будто он прорезиненный. И это очень классно. Я вот, например, со своим рюкзаком, где я только не был, и там всего лишь одна дырочка какое-то, где-то я зацепился, и он прорвался. А так материал очень прочный, очень качественный, достойный. Рюкзак этот на 35 литров, но имеется еще дополнительный в нем клапан сверху на 5 литров. И при надобности вы можете увеличить объем своего рюкзака. И еще один в нем большой плюс. Именно для походов, рюкзак для походов должен быть с боковой поддержкой. Как это правильно называется, в общем, с таким поясом. Я вот раньше ходил с обычным рюкзаком, каким-то там городским, просто везде я с ним лазил. С рюкзаком без вот этой поддержки долго ходить, бродить где-то, то спина, плечи начинают все болеть. Я это ощутил на себе. Взял тот рюкзак, просто это небо и земля. Так вот, с этой поддержкой одеваете его, пристегиваете, распределяете вес больше на бедра. Основная часть рюкзака находится на бедрах, и идти намного легче, комфортнее. Ничего вы не ощущаете. Спина вообще у меня, лично с моим рюкзаком, не болела никогда. Но, допустим, вот мой друг, он эти штуки не использует, не знаю почему, может у него спина какая-то поздоровее будет моей, он всегда носит их вот в таком положении, застегнутыми за спиной. Да, в принципе, по рюкзаку этому и все. Имеются вот такие вот резиночки, там что-то сюда подвесить, какие-то здесь вот такие вот тоже штуковины, там что-то какой-то карабинчик прицепить. Также имеется здесь вот такая вот резиновая вот эта вот штука для стягивания рюкзака, если он не нужен вам весь его большой объем. Из минусов, что лично я для себя заметил в своем рюкзаке, и здесь аналогично то же самое, вот эти вот штуки на молниях, на этих собачках, они сделаны вот из резинок. Лучше сюда повесить какой-то паракорд, ну как, это минус такой вообще незначительный, даже за минус это можно не считать, но расстегивать не совсем удобно, оно начинает тянуться как-то, вот этот такой маленький незначительный минус. Но хотя я в своем рюкзаке их так и не поменял, хоть я это озвучивал еще 4 года назад, что мне это не нравится, но до сих пор они у меня висят. Также еще есть момент, на лямках вот здесь снизу они загибаются. Вот можно видеть, что они уже загнулись, у меня точно так же. И
когда идешь зимой в куртке вот сейчас, то оно как бы ничего не ощущается, не мешает. Но летом это чувствуется. Здесь становится уже эта лямка плотнее, да, в два раза толще. И когда вы идете, чувствуется, что давление в районе плеча вот спереди начинает она поддавливать. Я иду, периодически вот так разворачиваю, как-то оттягиваю лямку. В общем, периодически обращаю на это внимание. А сейчас мы допиваем чай, переместимся к месту нашего обеда. И потом уже покажем, как этот рюкзак выглядит на операторе. Клапан сделан из очень простого нейлона, самого тоненького, но у меня за все время эксплуатации он ни разу нигде не порвался, только небольшие затяжки появились. И забыл упомянуть, даже сам не помнил, что здесь имеется вот такая штуковина, выход для воды, для этой гидросистемы, как это правильно называется, сюда этот шланг продевается. А в этом кармане, который находится возле спины, там он предназначен, как я понимаю, для этой всей гидросистемы. И забыли упомянуть очередную вещь. У него имеется еще чехол от дождя, защита от дождя, которую вот человек еще ни разу в жизни, как говорит, не доставал еще оттуда. Тоже хорошая штуковина, я периодически пользуюсь, если какой-то дождик. Хоть рюкзак сам по себе и толстый, и хорошо держит воду, но такая дополнительная защита всегда кстати. Тем более не надо ее докупать, она уже идет изначально в комплекте. И как рюкзак выглядит на человеке. Рост у меня 182. Боковые вот эти вот, поддержка боковая, как и говорил, классная штуковина. Лямки только нужно чуть ослабить, чтобы он меньше, как бы больше висел назад. И вес у вас на бедрах получается, и можно шикарно так путешествовать. Вот такие вот рюкзаки, один побольше, один поменьше, кому что больше подходит. Вот лично меня больше устраивает мой рюкзак, потому как я часто готовлю в лесу, набираю туда всяких кухонных принадлежностей, продукты и все такое прочее. Мне вот больше подходит 45 литров. И очень часто еще я как раз использую еще этот клапан, что у меня так набивается рюкзак, что я послабляю здесь вот эти вот лямки, делаю его выше и использую даже дополнительно этот клапан. Так что рюкзаки очень и очень добротные. Вот эту вещь я прям рекомендую. И в зависимости от потребностей можете выбрать себе разный объем. И также они еще бывают в зеленом цвете. Если кто найдет, добротная, качественная вещь. Ну а мы идем дальше к месту обеда. Думали остановиться здесь на этом пеньке отобедать. Но временами поднимается такой ветер и верхушки деревьев так шатаются, просто кажется, что деревья завалятся на нас. Поэтому для обеда мы выберем более безопасное для себя место. А еще сегодня как раз обкатываю свои новые очередные башмаки для походов. Прошли уже мы километров, наверное, 10. Пока показывают себя хорошо. И вот в уголке можно видеть как раз, приду домой и посмотрю, сколько всего мы за сегодня прошли и за какое время. На этом все. Конец связи.